Мы сейчас с Барнюшечкой вышли от врача, были у нашего врача, доктора. Ему укольчик поставили. Пойдем, Барнюш, пойдем немножечко прогуляемся еще. Ну, тетя мой котик, вон он. Пойдем. Пойдем, пойдем. Надо же пописить все уголочки. Надо же пописить все, описить уголочки. Да? Сейчас мы на ту сторону перейдем. У меня сегодня платок. Восточные сладости, извиняюсь. Язык уже заплетается. Восточные сладости, по-моему. Колорит я не помню какой. В общем, вот такой платочек. Очень симпатичный, красивый. Тоже под все подходит. Но вчерашний, конечно, я думаю, наверное, лучше подошел бы, да? Ну, давай. Там стройка сзади. Пойдем погуляем немножко. Подожди. Пойдем, Маратуш. Пойдем, мой хороший. Уже где-то пятнышко мокренькое, да? Мокренькое пятнышко где-то. Почту там возят, да, почту. Пойдем. Почта поехала, Барниш, почта. Как раз в нашу сторону. Но мы ничего не ждем. Мы посылок никаких не заказывали. Все, у нас все хорошо. Ничего, скажем, мы не ждем. У нас сегодня все как... Ой, весь день шел дождик, и всю ночь шел дождик, и такая погодка сырая, видите, пасмурно, солнышко нет. Вчера был день такой солнечный, хороший, а сегодня уже все. Ну, давай, иди. Барнюша в жопку укольчик вкололи. Да, Барнюш, капельки какие-то еще дали. Ну, в общем, надо будет еще завтра прийти на укол. Я могла бы их сама делать, да, но врач спросил, как лучше вам. Я говорю, да, мне тут что тут? Пройти два дома, да, и за белой машиной, и уже врач находится. Какой смысл, я буду сама делать. Да и заодно мы прогуляемся. Выгуляю его немножко. Тем более сейчас я уже сама выхожу. Ничего страшного. Ой, выделываемся так, да? Выделываемся. Ну, чего ты сел? Так же холодно сидеть. Пойдем. Барнюш. Пойдем, не надо трястись. Пойдем, пойдем гулять. Трясется, сидит, замерз весь. Пойдем, мой хороший, пойдем. Пойдем. Ну, чего ты так? Барнюшек. Все, не хочет никуда, сел. Ну, долго ты сидеть будешь? Пойдем давай. Сидит, трясется, не хочет идти. Я его уже тяну. Барню. Барни. Пойдем. Не хочет. Не хочет никуда уходить. Вообще не хочет. А? Это что такое? Каждую машину рассматривает. Он, знаете, в каждой машине папу видит. Он прямо аж смотрит, аж трясется. Это же не папа. Ну что ты? Так любит его. Так любит его. Пойдем. Пойдем погуляем. Тебе надо немножко походить. Пойдем, мой хороший. Там нету папы. Нету. Он, знаете, мужчину сдалека, если увидит, или, ну, хоть женщина там, если такое вот, похоже что-то, да, так. Он прямо аж, прямо думает, что это папа. Барнюш, ну, нет же, пойдем. У нас почта МДЛ ездит, посылочки развозит, письма развозит. Мне нравится, вообще почта хорошая. Смотрите, как у нас уже все желто-желто. Да, Барни? Осень, осень. А вон розочки расцвели. Пойдемте посмотрим, какие они красивые. Такие свеженькие. Уже так холодно. Они, представляете, цветут. Ой, свежак, прям свежак. Смотрите, какая красота. Ай, прелесть, да? И вот эти еще набухают. Вот эти тоже еще будут. Ну, красота ведь, смотрите. А вот это какая? Ой-ой-ой, такая вся роза, роза-роза прям, ну, надо фото обязательно сделать. Знаете, вы не поверите, я его сегодня насильно тащу, он не хочет вообще идти гулять, я его прям тащу, Барнюш, и трясется сидит, может быть, это от укола что-то,
или плохо себя чувствует. Врач померил, температура у него отличная, нормальная. У него и вчера не было температуры. Пойдем, мой котик, пойдем, пойдем. Ты что-то гулять вообще не хочешь? А, это что такое? Почему ты гулять не хочешь, а? Ребенок мой, давай мы немножко. Мама долго не может. Мы немножко с тобой погуляем и все. Давай, дела свои, делай, писей, какий. И все, и домой. Потому что сыро, сыро, очень сыро. Ну, там ничего не надо облизывать только. Вот знаете, я выхожу за ним, смотрю, хожу, да, чтобы он там ничего не тронул, ничего не в рот не взял, в пасть, то есть. А муж мой, не поверите, он выходит, семечки щелкает, тут он бегает, а он не смотрит, что он там схватил, что он там это, что он там лизнул, попил или, может быть, что-то съел. Он нет, он не обращает на это внимания. Я уже заметила, я ему постоянно говорю. Ты выходишь, пожалуйста, ты смотри за собачкой, смотри, что он это. Он говорит, а что ему будет? Я говорю, вот молодец, говорю, вот что будет. Вот. Хорошо, что он признался, что он его на речку водил. Вот. Врач тоже сейчас сказал, что 100% у него это эти бактерии. Он подхватил какие-то, вирусняк, вот вирус. На речке, потому что там он сказал, что уже к нему приводили, были случаи, и даже сейчас есть случаи, что тоже собачка попила, и проблемы вот такие. Потом мы не первые, поэтому вот так вот трясется весь и не хочет идти. Представляете, я его насильно тяну. Барнюш, пойдем. Он сегодня бульончика попил, попил бульончика. Уже перед тем, как нам идти, я стала сама кушать. Я говорю, и он так на меня смотрит, заоблизывался. А мне его так жалко стало. Я ему дала немножко. Врачу сказала, он говорит, ничего страшного, если у него уже аппетит появился, можно, бульончик можно. Так-то он больше ничего не кушал. А я ему еще пробиотик дала. Вот, на всех смотрит и не хочет никуда идти. Я его силком прям тяну-тяну. Пойдем. А листва-то какая красивая, и бордовая, и зеленая, и желтая. Ну, красиво-красиво. Ну, прям зелененькая еще есть. И такой, и оранжевый. Очень красиво. Да? Пойдем скорее. Пойдем, мой хороший, пойдем. Барнюша, он сегодня такой, вот видите, он какой-то такой, то, что болеет, наверное, еще, конечно. Такой вяленький какой-то такой. Хотя с котятками он играл, он так, такой довольный. А мои розочки все посрезали. Мне так жалко, я каждый раз ходила, их снимала. Все нету, видно, прям срезали вверху. Все, барнюшенька, пойдем на ту сторону. Пойдем сюда, пойдем. Пойдем туда, по той улочке прогуляемся. Я так люблю вот эту улицу, она мне очень нравится. Что там такое, мой хороший? Ой, ой, писей ему как. Все надо попискать обязательно. Вот, вот. Обязательно все попискать надо. Пойдем. Мне нравится эта улица. Вот здесь вот идешь, так вот эти клены. Или как они там? Ну, клен, я думаю, что, скорее всего, какой-то. Может, разновидность какая-то кленов, да? Красиво так мне. Ну, в общем, очень нравится вот эта аллейка такая. Люблю я по ней гулять, обожаю просто. И вот так вот иду, смотрю. Вот это красота. Да, скажи, нас окружает эта красота. Тепло на улице, только что сыро. Ну иди, мой зайчик, иди. Такие, ребят, дела. Вот так вот все у нас уже. Тоже везде уже в России снежок выпал во многих местах. А у нас еще ничего снега нет. Не знаю, в этом году будет снег, не будет, не знаю. Даже не знаю. Но хотелось бы, чтобы выпал. У нас есть места, где снег. Вот мы с мужем в прошлый раз ездили, да, я снимала. Есть такие красивые, хорошие места в лесу. Прямо, знаете, елки заснеженные. Так здорово гулять. Вот. Ну, иди, иди. Пойдем. Вот в этом месте тополя такие более потолще и побольше, повыше. Классно вот так вот идти. Тихо, что-то мечтать. Здорово так. С собачкой гулять.
Я раньше так выходила одна, ходишь, гуляешь, как-то не то, знаете. А с собачкой уже при делах, да? Уже при делах. Так оно есть. Я все-таки, знаете, вчера сидела и думала насчет своего канала. Думаю, все-таки, как мне его назвать? Или все-таки оставить мое хобби? Или, знаете, как можно? Мое хобби и Барни, да? Не знаю даже, как вы насчет этого думаете. Или мое хобби в Германии. Или мое хобби и я. Не знаю, короче. Или все-таки оставить просто мое хобби и ничего не делать. Ну, не знаю. Просто, знаете, конечно, я ни под кого не подстраиваюсь, да? Нет. Ну, я просто в последнее время я не могу ничего, никакие свои хобби делать, да? Потому что мне времени не хватает. Я вот с ним гуляю, листья большие. Я с ним гуляю, и у меня времени не хватает. И сейчас болею в данный момент, и никак ничего у меня не получается. Вот. На это, конечно, нужно время, настрой. Такой, знаете, энергетический. Чтобы ты сел, у тебя такой шпаз был, такое желание было что-то делать, душа горела, руки у тебя прямо чесались, да. Иногда у меня, знаете, вот когда вот такое желание возникает, и я свободная, да, на данный момент я не свободная. Вот с появлением Барни, честно я вам скажу, у меня не хватает просто времени, не хватает. Потом еще котята, это действительно много времени уходит, их сейчас надо и кормить. Я их подкармливаю 2 раза в день. С Барни гулять надо. Так, нельзя, фу. Вот, 2 раза. Даже не 2 раза. Ну да, 2 раза. Я вообще-то 2 раза вывожу. Но если муж приходит, мы вместе выходим гулять. Не всегда, правда, вот болела, мы не ходили. Он один ходил, гулял. Вот, видите, территория огорожена. Нельзя сюда. Тут частное владение. Люди огораживают. Не каждый хочет, чтобы на их территорию люди заходили. И, в общем, так вот, ребят, говорю, нужно такой настрой, чтобы хобби делать. Вот. А канал должна я все равно видео делать. Мне что-то надо все равно делать. И чтобы вам тоже не скучно было на моем канале. Что-то надо всегда придумывать. Выдумывать. Как сказать, в каком плане. Ну, чтобы видео были интересные. Как-то надо их правильно, как сказать, снимать, чтобы вам интересно было смотреть. Вот, в таком плане, да. Такие вот дела, да. Вот, конечно, когда Барнюшки не было, у меня больше времени было, я дома сидела, если что-то начинала, да, я не любила никуда идти, мне надо было вот это делать, и все там, лишить или украшения. Вот мне сейчас, знаете, как, что хочется? Сильно сделать украшения и реборно. И вот у меня не доходят руки на реборно, на украшения. Я вот смотрю девчонок некоторых. Ну, я не на многих подписана так. Некоторых просто смотрю, даже без подписки, да. И мне прям руки чешутся. Вот хочется, но время нет. Это надо мне сейчас все раскладывать. Вот. А тем более сейчас вот котятки там в комнате будут, они начнут бегать, они начнут там лазить. Я уже сильно не смогу все разложить, потому что они будут туда залазить, шерсть будет, и это, конечно, мне будет немножечко проблемно. Поэтому вот так вот, ребят. Знаешь, над ним, как сказать, ой, Барни нельзя, фу. Смотрите, как здесь красиво, все в листьях, красота. Мне нравится так по листве ходить. Ну что там? Нет, лизать ничего не надо. Ну что это такое, Барни? Да что такое? Ты так никогда, блин, не вылечишься, если ты будешь всякую грязь подбирать. Вот этот переулочек, да, туда. Это к нам домой. Вниз немножечко. Сейчас мы туда и пойдем. Сейчас немножечко еще пройдусь. И может тут все пускай выписается. Потому что муж потом придет. Видите, у нас уже смеркается. 5 часов уже все, у нас время перевели. Вот, на час вперед. Да, на час вперед. Нет, на час назад. Да? Ой, вы знаете, я точно не знаю. Не буду говорить. Что-то я точно не знаю. И у нас уже это. Вот время 5 часов уже смеркается. Да, время 5 часов, а должно быть 6 часов. Да, назад, значит, на час, да? Получается. Ну, в общем, так, да. Такие вот, ребят, дела. Все, сейчас заворачиваю, идем домой. Я уже это
тоже устала. Мне что-то долго гулять. Я с ним уже минут 40, наверное, 45 гуляю. Он не покакал. В больницу мы зашли. Маечка, ну как ты тебе тут? Как тебе тут, девочка? Маечка моя, девочка, ну как? Как, Маечка, тебе хорошо здесь? Ты в окошечко лежишь, смотришь. Мне так кажется, ей здорово. Она так посматривает. Тут хорошо, мне кажется, недовольна. Лежит в окошечко, да? Смотришь, что девочка моя такая? Девочка. Я Барнюшу сюда запускаю, он здесь бегает, играет. Если муж уже не хочет, так, знаете, лучше не надо. Да зачем, чтобы он нервничал? Зачем я должна это делать? На рожон тоже не надо лезть. И так он уже сейчас немножечко успокоился, но, знаете, как? Это временно, я думаю, его успокоение. Чё, моя Халюся, девочка? Надо взяться вас вычесать, всех почесать. Да, да, вот как она мамочку любит, 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 любит. Да, маму любит. Я к ним захожу постоянно, с ними общаюсь, играю с ними. Я просто же много не снимаю, как сказать. Я какую-то часть снимаю, какую-то десятую часть там. И все остальное просто я не снимаю, вы просто ничего не видите. Да, моя Халюся. Смотрите, какие у нее такие вот усики беленькие. Смотрите, как интересно. Ну, Майя, покажи свои усики. Ой, какие усики беленькие такие. Я сейчас только заметила, Маечка. Ой, какие, Маечка. Да, а глазки у тебя какие-то такие, как сказать, не оранжевые, а такие медные, красивые. Шерстка, как у ежика. Халюся, девочка такая. Ты, Халюся, такая девочка. Маечка, что там такое? Коськи наши разговаривают, да? Коськи разговаривают. Ты моя кисонька. Ну ладно, отдыхай, Маечка. Хвостик какой у тебя красивый. Можно твой хвостик посмотреть? А хвостик у нее какой-то, как у енота. Такой вот, знаете, смотрите, прям такой действительно. И жопку мне свою. А что ты мне свою зубку показываешь, а? Чего ты показываешь, Майя? Детки наши играют. Я сюда занесла их в комнату, поставила в уголочек. Там, смотрю, туалет почистила, они уже там наделали. Они молодцы, они молодцы, в туалетик ходят. Надо будет почистить, да? Ты маленькие. Скушали сухой корм, я им давала, мокрый давала, скушали. Мокрый я им немножечко даю, много не даю. И сухого тоже немножечко. Они должны привыкать. Что там такое? Вон они играются. Им там хорошо, им еще много места там, им хорошо. Но скоро я их уже буду выпускать. Кошка к ним запрыгивает сверху. Тут открыто. Я стульчик такой ставлю. Да, она и так приспособилась уже, знаете, с пола вот так. Вот на эту штучку и туда. Кошки же они прыгучие. Вон, видите, в туалет пошли. По лесенке поднимаются. Молодцы вообще котятки. Говорю, им только месяца 6 дней, да? Они уже в туалет ходят у меня. Приученные, потому что сразу я им ставлю, где-то, знаете, им еще месяца нет, недели 3, я им ставлю, и они потихонечку уже начинают. Вот так вот, в туалетик ходить. Ой, какие умненькие детки. Для них как телевизор. Как в телевизоре, да? А? Как в телевизоре. Они на меня, я на них. Кошки там тоже носятся, играют. Да? Это вот у нас Анфиса пушистая, это у нас мальчик. Как его звать-то, уже забыла тоже. Шоник, Шон, вот Шон. Там у нас в туалете, как ее, Люси, по-моему, да, Люси. Это у нас девочка, голубокремочка, как же ее. Из головы все улетает. Ну, скажите, я скажу. Скажите, Мия, вот Мия. Да им хорошо, места много. Потом я им открою, тут открывается на замочке с другой стороны. И они будут выходить, заходить, как их домик будет, там будут спать. Чтобы им было, знаете, удобно, они будут свой домик знать и безопасно. Чё, мои слядки такие, детки. А ты чё, Маечка, акробатка, да? Май, ты акробатка? А, вот видите, я их в угол поставила.
И классно, да? Акробатка. У нас Дашенька отдыхает. А здесь другая мама отдыхает от деток, от своих. Все по углам, да? Все по углам. Даш. Это у нас София. Она вредненькая кошечка, вредненькая. Если она что-то не захочет, то бесполезно. Чесаться вообще не дается. А это у нас Дашенька. Дашенька такая, еще более-менее. Сонечка тоже вреденка. И Маечка тут. Вот она. Вот она. Ей везде надо, да? Где моя крысонька маленькая? Ну ладно. Ну ладно, детки.